Сорока шестилетняя Инна Михайлова показала редкие снимки с тремя наследницами. Светская львица также похвасталась роскошным празднованием будущего Нового года. До встречи с 50-летним Стасом Михайловым она была замужем за футболистом, 50-летним Андреем Кончельскисом. В этом браке у них родилось двое детей, Андрей, которому в этом году исполнилось 26 лет, и Ева, отпраздновавшая свое 20-летие. После развода родителей в 2006 году дети остались жить с мамой и тепло приняли ее второго супруга, Стаса Михайлова. Во втором браке у Инны с разницей в 2 года родились две дочери, Иванна и Мария. Михайлова поделилась нежными снимками с наследницами, сделанными дома. На фоне украшенной елки Ева, десятилетняя Иванна и 7-летняя Мария позировали вместе с Инной. «Мамины. Люблю, не могу», — подписала фотографии жена певца. Звездная семья также показала, как провела ночь 30 декабря, заранее встречая Новый год в кругу самых близких друзей и родственников. Так, они устроили шумную вечеринку, которой дали шутливое название «Стасоелка». Гостями вечера стал Филипп Киркоров, пришедший с детьми и отцом, а также режиссер Борис Грачевский. Звезды наслаждались праздничным ужином и развлекательной программой. В середине вечера они стали распевать за столом «Подмосковные вечера». В финале праздника состоялся фейерверк, он был запущен на заднем дворе хозяев дома. В честь десятилетия Иван да ее мать также устраивала пышное торжество. Супруга Стаса Михайлова помешала его музыкальному батлу с Григорием Лепсом. Оба артиста намеревались сразиться на сцене во время музыкального фестиваля «Жара». Сам Михайлов недавно вспомнил свою первую возлюбленную, которая не смогла дождаться его из армии.